Министерство по делам молодежи организовало информационно-обучающий тренинг по продвижению бизнеса в интернет-портале. Цель мероприятия – поддержка молодежи в выстраивании работы и реализации товаров на торговых онлайн-площадках. Подробнее вникал в вопросы бизнеса Корчаби Джиев. Многие люди перед тем, как сделать первый шаг к созданию своего бизнеса или реализации своих идей, часто сомневаются и задаются вопросами. Получится ли то, чем я хочу заняться? А может, все это пустая трата времени и средств? Так, на одном из мероприятий, посвященных Дню образования российского бизнеса, рассказали, как начать свой бизнес на различных торговых площадках, маркетплейсах и что нужно для первого шага. Любой желающий может прийти обучиться тому, как правильно выводить свой бизнес из офлайн в онлайн режим. Торговая онлайн-площадка. Что это такое и с чем это, как говорится, едят, рассказал основатель онлайн-офлайн-школы Руслан Алиев на одном из своих семинаров. Я так предполагаю, в рамках нашего семинара поймут, как правильно выходить на рынок, какие плюсы продажи на маркетплейсах есть, в отличие от офлайнов и одностраничников, сайтов отдельных и так далее. То есть возможности, так скажем, маркетплейсов в настоящий момент безграничные. Данный семинар был реализован при поддержке Министерства по делам молодежи. Они считают, что этот опыт не должен быть упущен. Ведь в нашем регионе созданы все условия для реализации своих идей, и торговые онлайн-площадки могут в этом помочь. Производители, у которых есть товар высокого качества, который относится к категории более чем конкурентоспособного, и, конечно, организация и проведение подобных мероприятий с нашей стороны и со стороны других органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики окажет содействие в успешной самореализации молодежи Карачаево-Черкесии в предпринимательской деятельности, в том числе посредством выстраивания и реализации алгоритма продаж на маркетплейсах. В настоящее время более 300 производителей из Карачаево-Черкесии вывели свои товары с офлайн-режима на торговую онлайн-площадку и тем самым в разы облегчили себе работу. Корчаби Джиев, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия.